Привет, Ютуб. Ну, ты догадался, что пора покушать, а покушать вкусно и остро. Хочу тебя познакомить, если ты вдруг не знаком с такой лапшой. От компании Нонгчин. Южнокорейская Нонгчим. Лапша Шинрамен. Южная Корея здесь написано нам. Она какое-то время очень популярна была в городе, но в Алтайском крае она исчезла, к сожалению. Да, Васька? Там Васька сидит, он там. Вот он. Ой, ты мой маленький. Васька. Короче говоря, купил я ее на корейском сайте специальном. Специальный корейский сайт. Вкус с острой говядиной. Откройте крышку тропоростопыры, налейте 4 минуты, 3-4 минуты. Она исчезла, нет в Алтайском крае ее, к сожалению. Моя любимая лапша была, одна из многих любимых моих. Я вот в том числе и на ней худел, когда 2 пачки лапши в день съедал. Пойдем заварим. Изучим, может быть, еще маленько. Самовар уже вскипел. Вон он, говорю, Васька сидит. Да, Васька? Василий. Вася, маленький. Маленький котик такой, кругленький. Возьмем лапшу. Еще раз изучим, если, может быть, тебе интересно это. Вкус. А, кстати, вот тебе ценник. Это ценник на этом корейском сайте. Нонгчим Шинрамен. Номер 1 в Южной Корее. Сейчас божественные звуки начнутся. Нам написано открыть не полностью. Нас предупредили, как открывать надо. Частично открыть. Здесь мы видим всякие зелень, морковку, лук. Лапша сублимированная. Вот тут грибы какие-то, по-моему. Смотри, что это такое. Это гриб, по ходу дела. Воду сливать не будем. Вот такие богатые приправы. Это наш с тобой обед, чтоб ты знал. И заливаем по полоску, как нам и указано в инструкции по завариванию, приготовлению этой пищи. Накрываем и ждем 3-4 минуты. Вот так закрываем. Ну и встретимся на нашем рабочем с тобой столе. Ну что ж, братцы, я уверен, все готово. Это я накрыл, чтобы прижало. Сейчас посмотрим на внешний вид. Эту штуку можно теперь убрать окончательно. Вот, 168 рублей на этом сайте стоит. Плюс доставка. Следующий вид имеет. Нам написали даже на всякий случай, что надо размешать, прежде чем возъесть. Лапша сублимированная, это не какая бы какая там. Но очень печально, что ее не стало. В Алтайском крае ее в продаже нет. Не знаю, что случилось. Вот только на удаленном сайте получилось купить. Вот такая тема. Настоящий шинрамен. Понюхаем. Очень божественно пахнет. Еще. Вот такая свекла с майонезом и чесноком будем возъедать. И кусочек колбаски. Не с хлебом, конечно, а с ржаными алтайскими хлебцами вот таким будем есть. Ну что, готовы, дети? Будем возъедать. Она, кстати, острая, эта лапша. И пахнет примерно что-то на булдак похоже по аромату. У нас с говядиной эта штука. Всем, кто кушает полезный аппетит. Я много лет не ел эту лапшу. Очень скучал по ней. Да, она очень вкусная. Давай пивнем. Умеренно острая, но достаточно острая. Но это, конечно, не вот эти соусы. И тем более не полмиллиона сковелей, но вкусно. Я когда худел, такие 2 банки съедал в день, или обычного там ролтона какого-нибудь. Вот эта штука мне тоже очень нравится, это полезная вещь. Бомбическая сила. Это свекла с чесноком, майонезом. Очень рекомендую. Извиняюсь перед теми, кто там голодный, ему нечего поесть по каким-то причинам, на работе или еще где-то. Наверное, соус булдак еще добавим. Булдака добавим вот так, побольше. И капну 500 000 сковелей чили дум. Любовь Геннадьевна эту лапшу ела, когда я ее ел, так что можем не оставлять ей. Надеюсь, ее на работе покормят. А я тебе пасть порву, паршивец эдакий. Да я сам хочу просто, ё-моё. Тут нечего оставлять. Только ливанул 500 000 сковелей, сразу же огонь.
Тут находятся грибочки и типа какое-то соевое мясо. Да. Очень нравится мне эта лапша. Колбаса лежит, даже колбасу не хочу. Пельнем. Нет, ну с чередумом полмиллиона сковорода это становится весьма себе. Давай еще свеклы с чесноком. Бульон больно стало пить с этим соусом. Что за грибы, не пойму, тут плавают. В этом флотском борще плавают обломки кораблекрушения. Вот свеклу с чесноком люблю. Долго Любовь Геннадьевна собиралась сделать, откладывала. Все, собраться не могла, но сделала. И мы вот съедаем. С удовольствием. На питье стало огнище. Блин, охренеть. Бульон такой красный стал. И я красный стал, по-моему, ё-моё. Давай мясо закусим. Я прям с пленкой. Уплачено. Два соуса залил, это уже больно становится даже. Божественная лапшичка. Нонгчим, кстати, это старая корейская тема, давнишняя. Ни хрена себе. А еще остальную лапшу, которая корейская, мы Любовь Геннадьевна не можем оставлять пробовать. Эту она пробовала, эту смысла нет оставлять. Но там много эксклюзива. Краковка. Что-что? Краковская колбаска вообще. Это очень хорошо. Это твои башки. Почему все время не в то горло попадает острое? Ой, хорошо. Жить, как говорится, хорошо. Огнище. Вот этот соус спасает положение все время. И там у нас еще есть авторские, которые. Ну и вот эти от Булдака. Карбонара просто очень вкусный. Все, имей в виду, обязательно заметку. Это безумно вкусная лапшичка. Фу, как некультурно. Сорян, извиняюсь. Вот это сильная тема. Даже можно ничего не добавлять больше. И даже без колбасы очень вкусно. Южная Корея тащит. Нонгчим почти так же мной любим, как Булдак. Но Булдак острее. Но это тоже не слабенькое. Вот кто острое не любит, для того будет острое даже, я бы сказал. Но пока не скучай, не грусти, скоро мы к тебе в гости шли. Береги себя, шелись, и здоровья, всем пока. Правда, огонь. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.